Сегодня оживил датчик, привезенный из Японии в 2000 году. Пожарный датчик. Вот, не знаю, есть ли они здесь такие на Алиэкспресс. Значит, что он делает? То есть он на огромном расстоянии, вот этой вот стеклянной колбочкой, видит открытый огонь. И через динамик, кстати, очень громко говорит, предупреждает о пожаре и, типа, может быть, покинуть помещение. Вот, называется пожарный датчик. Значит, что здесь? Здесь кнопка включения, адаптер питания и выход на динамик еще один. Ну, склеен изолентой, потому что здесь питание 2 кроны. Вот. И в свое время я потерял боковые винтики вот здесь вот, чтобы держать два корпуса. Поэтому склеен изолентой. Сейчас покажу, как работает. То есть, работает на огромном расстоянии. Главное, чтобы... он видел огонь. То есть вот эта стеклянная колба каким-либо боком видела открытый огонь. Давайте посмотрим, что будет происходить. Орет очень громко. Вот. Громко сейчас на всю стоит. В принципе, чтобы услышать, этого достаточно. То есть в любой из комнат загородного дома это слышно. Вот. Можно было бы, конечно, дублировать какой-то тревогой, сиреной. Вот. Но здесь, видите, просто предупреждает, что, наверное, возгорание, надо покинуть помещение. Я так предполагаю. Вот. К сожалению, Google переводчик полностью все это не переводит. Так, еще раз давайте вам покажу. То есть даже сбоку. Вот. Главное, говорю, чтобы вот эта вот колбочка видела пламя. То есть на каком расстоянии, неважно. Вот. Потому что даже когда работает у нас газовая плита, она вообще за углом. И человек проходит в какой-то там одежде, где можно... может отразиться газ, горящий газ от плиты, то есть датчик срабатывает. Вот такой вот датчик. Не знаю, налишки есть или нет, вот, но в принципе вещь такая классная. То есть это датчик открытого пламени. Все, спасибо.